нужно в рацион ребенка добавлять, особенно в период сменного прикуса, то есть это возраст 4-5 лет, нужна обязательно быть жесткая пища, то есть яблоки, морковь, те же самые сушки, ну, можно те же сухари, которые только в домашнего приготовления. Они тем хороши, то, что идет, улучшает стираемость зубов, бугров, которые тоже, если в свое время не будет происходить стираемости, естественной стираемости бугров, тоже может привести к развитию аномалии прикуса. Вот. Если же в рацион добавлять жесткую пищу, то все будет хорошо происходить. Единственное, что в плане углеводистой пищи, таких как сушки, сухари, печенье, нежелательно много использовать, потому что это, ну, возрастает кариесогенная ситуация в полости рта, то есть к развитию кариеса, то есть дополняется, присоединяется другая проблема. Поэтому лучше в рацион использовать морковь, яблоко, вот именно, чтобы ребенок, ну, грыз, стимулировал, потому что сейчас в рационе питания достаточно очень много мягкой пищи.